Друзья, всем привет! Сегодня вот покажу вот такой вот замочек, как он открывается скрепками. Это для тех, кто интересуется, какие замки открываются канцелярскими скрепками. Итак, поехали. Для этого нам понадобится вот такая скрепка. Ну, я уже ее изогнул там, как говорится, подготовил, как получилось, в общем, не старался. Вот, заводим ее в верхнюю часть. А, сейчас покажу, что замок работает. Замок советский, старый. Имеет вот такую нарезку ключа. Обозначений никаких нету, ни на цилиндре, ни на ключе. Итак. Завели своеобразный вороток. Взяли вот вторую такую канцелярскую скрепку, я тоже ее уже подготовил, изогнул. И делаем вот так вот, друзья, замок открылся. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Всем пока.